Еще раз приветствую телезрителей матча. Начинается вторая игра. Команда «Строитель» играет с командой «КамАЗ». Еще одна, да, команда «КамАЗ». Стартовый состав команды «Строитель» в воротах: Юнусов, Карапетян, Гараев, Сафин, Минеев. Гараев борется. Юнусов забирает мяч. Амир. Ближе, Артем, не падай, Артем. Артем, Коровин. Далеко не садись. Ближе, Хайдар, ты стоишь теперь, Хайдар. Минеев. Отворот. Хайдар, зачем отскакивать от игрока? Артем, Коровин. Амир. Минус Амир в игре. Сильно вперед на Минеева. И успевают игроки КамАЗа втроем вернуться. Минеев прессингует. Прессингует команда «Строитель» игроков команды «КамАЗ». Иди сюда, Коровин! Иди сюда, Карапетян с мячом. Че стоишь? Вперед не бежишь, ни назад не отрабатываешь. Два шага вперед, два шага назад. Профессор. Юнусов, Амир сильно вперед. Ой, а какой опасный удар. И рядом со штангой мяч пролетает. Отворот будет Юнусов вводить. Все, не добросим. И опасный момент. Выход 1-1. И игроки команды КамАЗ открывают счет в этом матче. Счет становится 1-0. В команде «Строитель» замена. На поле появляются Шакиров, Колесников, Афанасьев и Купов. Сильно вперед Минеев, прошу прощения, Афанасьев. Загайнов. Толчок. Штрафный удар в пользу команды «Строитель». Поле сейчас видно, нет? Колесников будет пробивать. Нет, не стал пробивать. Разыграл с Юнусовым. И Юнусов ошибается. И сам же исправляет ошибку в подкате. Помогайте, ребят, вы стоите все. Хорош, Аслан. Хорош.
еще по-прежнему у нас не изменился. Якупов. За удар по ногам. Штрафной в пользу команды КамАЗ. Удар. И сильно выше ворот. Колесников. На Загайнова. Загайнов Якупову. И команда КамАЗ через вратаря. Колесников. Сам Рамир бежит. Удар. И зарабатывает угловой. На поле вместо Загайнова появляется Шакиров. Шакиров подает. Колесников удар головой. Мимо ворот. Пас вперед. Шакиров. Колесников, Афанасьев. Колесников Рамир вернулся. Побороться. Даже на тебя. Вместо Шакирова на поле Загайнов. Якупов поборолся. Колесников Радмир жестко нарушает правила. Подножка сзади перед штрафной. Команде «Строитель» смена. Юнусов ставит стенку. Три человека. Опасный розыгрыш, но не замыкает игрок команды КамАЗ в пустые ворота. Минеев с Сафиным прессингуют. Карапетян грубо нарушает. Не успевает за мячом Олег. Вынужден нарушить правила. Первый тайм закончен. Понятный момент. Я отдал и все.
судья дает сигнал к старту второго периода. Напомню, игра довольно-таки равная, но счет пока в пользу КамАЗа 1-0. Так, стартовая пятерка команды «Строитель». В воротах Брагин. Вижу, пошел на поле Минеев, Афанасьев, Гараев и Якупов. Дан свисток. Минеев на Якупова. Минеев сам. Минеев на Якупова. Потеря. И команда КамАЗ бежит в контратаку. Все, Афанасьев выбивает мяч в аут. Якупов в подкате блокирует удар. Мяч на угловой. Брагин. Ой, в последний момент Брагин. Вперед на Минеева. Афанасьев. Афанасьев, отличная передача на Гараева, Минеев. Передача на Гараева, Искандер не готов. Я думаю, дальше комментарии излишни, все слышали тренера. Сильно вперед Алан Брагин выносит мяч. Аут в пользу команды КамАЗ. Якупов. Отличный перехват. Минеев, Гараев. Центр на Минеева. Афанасьев должен подчистить. Активно команда КамАЗ начала второй период. Смена. В команде «Строитель» на поле появляются Колесников, Загайнов, Карпетян и Сафин. Загайнов, Колесников. Загайнов, Колесников, ошибка, удар по воротам выше. Иди сюда, Сулейман. Ты как, откуда хочешь забить? Брагин сильно вперед на Загайнова. От ворот. Загайнов. Ближе, ближе, Кайдар.
Карапетян. Как вы забивать хотите, Аслан? Ты в своих ворот стоишь. Аслан, идет атака. Замена. На поле появляются Афанасьев, Гараев, Шакиров. И не вижу четвертого кто. А, Якупов. Якупов будет водить мяч за боковой. Неточная передача. Удар. Счет матча становится 2-0. Афанасьев исправляет ошибку сейчас. Гараев Искандер забивает в свои ворота. Счет матча становится 3-0. Удар. Брагин. Вместо Гараева на поле появляется Загайнов. Много-много потерь у наших ребят сегодня во втором матче. Напоминаю, мы играем с 2012 годом. Игра довольно-таки равная. Афанасьев, отличный перехват. Вместо Загайнова Гараев. Минеев борется. Падение Якупа выбивает вал. Удар, Брагин. Сильный удар. Стрел. Слышно было только, как Халан крикнул, и видим, что он забрал мяч. Сильно далеко вперед на Минеева. Не успеет игрок команды сохранить мяч в игре. Вместо Якупова на поле появляется Сафин.
И выход один на один. Удар. Брагин. Брагин на месте. Спорный момент, но с судьей спорить мы не будем. Вот опять дальняя штанга. Вот про что я говорю. Видишь, смотри, где он стоит. А вот если бы он был поуже, он бы этот замыкал. Сулейман, видишь? Брагин очень сильно вперед на Минеева. Колесников Рамир. Ошибка и выход 3 в 1. Успевают наши ребята вернуться. Выход 3 в 1. Артем, второй. А что ты останавливаешься? Остается 1 минута. Афанасьев на Минеева. Минеев отлично. Передача на Колесникова. Рамир должен бежать. Сафин. И выход 2 в 1. Выход 1 на 1. Брагин. Брагин спасает. Подбор. Подбор надо забрать ребятам нашим. Второй раз Брагин Аланд спасает. Вместо Афанасьева на поле появляется Карапетян. Очень неточная передача. Через вратаря играет команда. Сильная передача вперед в разрез. И у нас остается буквально 30 секунд до конца матча. Судья уже смотрит на время. Я так понимаю, что после введения будет финальный свисток. Все, матч закончен.